Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Значит, я просто хочу рассказать некоторые вещи, то есть практически, значит, перехожу сейчас к платным урокам. Я сделал довольно много уроков по Django плюс GC, при этом мы очень скрупулезно отнеслись к настройкам Django, чтобы в будущем не вызывать проблем. Написали первый скрипт GC, да? Я хочу рассказать, на чем мы сосредоточимся далее. Значит, конечно же, пересказывать весь JavaScript не имеет смысла. Нас будут интересовать следующие вещи. Ну, первое это Django, то есть фреймворк Django, с которым мы все и связываем. Мы Django будем связывать JavaScript плюс, значит, GC плюс Ajax плюс jQuery плюс Redis и многое-многое другое. Значит, как я вот вижу дальнейшее построение обучения? Ну, давайте, во-первых, скажем, что сайт, о котором я сейчас говорю, это python-tut.ru. Здесь явно написано, что Python Django плюс JavaScript плюс Ajax, Query и многое другое. Но он полностью связан с spb-tut.ru. Поэтому, если у вас нет доступа, то вы можете зайти на spb-tut.ru, получить доступ и значит, двигаться намного быстрее, просматривая уроки и общаясь с другими ребятами. Ну, а я дальше продолжу. И чтобы вы поняли отличие моего курса. То есть, написано море учебников. Но я вот как решил выстроить курс далее, да? То есть, во-первых, мы работаем в среде по HR, работаем с Django. И для начала мы начнем GC. GC – базовый уровень. Базовый, да? То есть наша задача прописать все в PyCharm, чтобы мы научились читать, понимать GC, так как нет смысла соваться далее в Ajax, это тот же JavaScript. jQuery это тоже JavaScript, только уже библиотек, которые выполняют конкретные действия. Далее наша задача, ну вот как я писал вот этот портал, да, то есть наша задача научиться писать декораторы, встраивать функции именно Ajax и jQuery. То есть встраивать в сами функции, встраивать представления, встраивать в HTML. То есть, по сути дела, что мы должны разобрать далее? Это как работать с JavaScript в Django, да? В Django. И здесь нас будет интересовать две вещи. Первое – это выполнение сценариев Ajax, это на стороне сервера. И второе, выполнение jQuery на стороне клиента. Клиента, то есть на стороне браузера, да? И если брать весь там тот же Ajax, опять он же здоровый. Поэтому мы сосредоточимся в таких вещах, как HTML, HTML Request, да? То есть запрос, ответ, что делать,
на некоторых функциях, часто используемых. И для нас будет важно понять вообще сам алгоритм. То есть я сейчас пытаюсь вам, не пытаюсь, а объясняю, как я буду выстраивать обучение. По сути дела, мы создаем кость. Костяк, чтобы у вас в голове отложился GC, чтобы вы могли его читать, писать и развивать. Далее, чтобы вы могли понимать для себя, что какую-то вещь я буду использовать на стороне сервера. То есть, значит, я буду подключать AJAX. Какую-то вещь я буду использовать на стороне клиента, я буду это делать через jQuery. Передавать буду, хоть тут написано HMEL HTTP request, но он отлично работает. Он отлично работает с JSON. Это хороший формат передачи, который великолепно автоматически читает Django, и читаем как робот, так и машинами. То есть сообразили. Ну, ранее, если вы смотрели информацию на этом сайте, то здесь, я уже рассказывал, вот если нажать, допустим, чему научитесь, то есть я рассказывал, зачем мы это делаем. Для того, чтобы получать вещи без перезагрузки страницы, какие-то кнопки, действия, подписки, фолловинг и так далее, и так далее. Это разобрались. Вот именно я хотел, чтобы вы меня услышали, чем отличается от курс, который сейчас идет. Значит, повторяем, что если у вас нет доступа, то вам надо получить доступ на spb-tut.ru. Все ссылки на сайты будут в описании видео. Второе. Я не буду рассказывать вам весь GC, потому что он большой, весь AJAX, всю Керри, но я буду рассказывать то, что касается со стороны PyCharm, со стороны Django, чтобы мы приобрели навык и научились использовать эти вещи в представлениях, в функциях. Но если Django мы изучаем ранее на сайте spb-tut.ru, то здесь я настраиваю, да, то есть я исхожу из того, что вы пришли уже, изучили Django в школу, и уже настраиваем, расширяем наши знания, добавляем GC, AJAX, jQuery, Redis, хотя AJAX и jQuery это тоже GC, просто они по-разному работают. AJAX работает на стороне сервера, jQuery на стороне клиента, но при этом мы можем использовать все. Ну, самый простой пример, это можно использовать, допустим, вот как добавление на стену написать, чтобы без перезагрузки страницы запись добавлялась сразу же, да, это классно, классно, и много-много разных вещей. По крайней мере, я вас хочу сподвигнуть к тому, что это надо начать делать, и мы это сделаем с вами вместе, да. Как я сказал, я не буду все перебирать. Я сосредоточусь на базовых вещах, именно применения практического, чтобы вы научились. А когда есть костяк, есть база, то всегда можно дочитать это, понимается легко. Кстати, кто изучал Python, тому GC будет довольно просто изучить. Ну, не сказать, что он совсем похож, но там есть очень много общего. Я надеюсь, вы меня слышали. Ну а мы с вами здесь в бесплатных уроках вы посмотрите. Ссылка тоже есть в видео. Мы с вами долго настраивали PyCharm, чтобы написать первый скрипт. И мы его успешно написали, он у нас отработал. То есть мы поняли, что у нас это получается. Я думаю, что это безумно интересно и
расширив свои знания, то есть добавив к знаниям Джанго GC, Аякс, Джукери, потом по возможности, когда вы, мы с вами даже пройдем базовый уровень GC, то кто-то захочет и Node GC, там уже без разницы, что добавлять, то есть вам это будет понятно. И вот это моя основная цель. Мы ее обязательно достигнем. Я все проверил, пока писал сайт, все сделал это практически, поэтому задача за малым рассказать. Ну а смысл, чтобы... Кстати, ребят, можете подписаться. Сейчас я открою чуть больше. Но тут не получается открыть, потому что мало. То есть, когда курсы нажимаете, для этого сайта есть отдельный канал YouTube, где и хранятся эти уроки. Это первое. Вторая вещь. Ведь вы же хотите посерьезнее приложение писать. Конечно, вам понравятся такие вещи, как действия без перезагрузки страницы, чтобы тоже фолловинг описывать и все прочее, и все прочее, и все прочее. И много-много-много разных вещей. Поэтому, конечно же, этому научимся. Так, я этот урок прошу не относить к уроку, это просто я рассказал, вот, как будет идти дальше курс, что у вас будет костяк знаний, с которым вы сможете смело шагать далее. Школа отличается, чем отличается школа, вот, которую я веду уже несколько лет, она состоит из разных сайтов, но в принципе все это одна школа, в том, что разъяснение подробное, разъяснение по шагам, разъяснение с показом, в принципе, у меня пишут все, это уже доказали годы, да. Ну, самый, наверное, яркий пример для меня был это Александр Проценко, Александр, извините, который прямо по урокам, он и делал сайт, для уже коммерческий сайт для медучреждения. Ну вот, изучив, значит, GC, вы сможете делать очень-очень интересные сайты. Все, спасибо вам за доверие, успехов. Значит, что я хотел сказать, я рассказал. Давно я хотел объяснить очень доступно GC, и наконец-то, ну, созрело у меня внутри вот это вот желание. И я его уже воплощаю. Воплощаю, то есть урок за уроком пишу. На этом тут уже бесплатно и закончится. Уроки будут уже для участников сайта уроки далее. Так что все нормально.